я даже чуть в обморок не упала. Всем привет! Не благодарите за лучшее свидание в вашей жизни. Насколько я тебе симпатичен по 10 больных шкале? Стой! Сразу свою камеру включил. Это вообще, это ненормально. Герман, привет. О, бог, тебя ждут? Я за вами всеми слежу. Привет. Здорово. Ты знаешь, что скоро выходить уже? Нет. Питер, доброе утро! В Москве была очень маленькая сцена. В Питере я смотрел, там шикарно просто все так. И сегодня прям можно в кайф оторваться будет. Еще в машине. И я выхожу на сцену, понимаю, что я не могу нормально говорить, нормально петь. Потом я начинаю ходить по сцене, а она неровная, начинаю спотыкаться. У меня еще такие ботинки, я думаю, ну все, идет не так. Но вроде все нормально было. У меня такие невероятные эмоции. Это так круто, когда ты чувствуешь отдачу. Это так круто, когда ты вот смотришь, а все кричат твои песни. Когда ты смотришь, все кричат Катя Голышева. И это же все мои фанаты, это все люди, которые на меня подписаны, которые меня любят. Мы приехали и говорят: Кать, давай на сцену сразу же. То есть никакого волнения, ничего, я выхожу и просто пою. Потому что мне в кайф, потому что мне нравится, и нет никакого переживания, даже мандража нет. Но когда я увидела горящие глаза, улыбки, искренние улыбки людей, которые меня любят, сразу захотелось любить всех и все. Same ones that slowing you down end up getting stuck. All it needs is dedication, little bit of luck. Some get it real quick and some just run it up. This one for them hustlers, this one for the game. This one for the way the new king coming up to stay. Ребят, я безумно хочу есть, но вот в этом ларёшке дают только бургеры. А я не ем бургеры, сейчас у меня будет приключение. Мы сейчас выйдем за пределы этой территории прекрасной. И я буду добывать еду. Мы идем искать другой выход. На старт. Внимание. Я топ слетел. Хорошо, что я коп только. А я карту не взяла. А тут еда-то платная. Это у нас там бесплатные эти бургеры. Что делать? Тут еще и очереди. Ой, гад. Слабо бесплатно картошку получить? Вы знаете, кто я? Вы знаете, кем я работаю? Вы знаете, кто мой папа? Прокурор. Вот так и закончилось мое классное картошка приключение. Картошка фри у меня. Я считаю, он сказал, что она самая вкусная. А он не соврал, ребят. На сцену под ваш визг выходит Димас Блок! Ура, ребятки!
Ребята, давайте руки выше, телефончики достаем, подходим все сюда и начнем отжигать. Сам молодая все простит нам, сори, что я выгонит из дома в хлам, ведь я давно ушел в сам молодость. Слипи, шуми, Питер! Эй, йоу! Питер, как настроение? Есть отношения со Соней Слипи. А он вообще это говорил, или ты это сейчас... Или как? Или это шутка? А или ты что? Думаешь, почему они вместе так сидят в обнимочку? И, ребят, я для вас подготовила кое-какой сюрприз, который вам точно понравится. Вы узнаете, где поедете туда, как будет все происходить после всего этого. А я уеду, потому что мне нужно ехать. Оставляю вас наедине. Не буду пока говорить, что это свидание. Да, это свидание. Пока что не буду ничего говорить, все вы знаете. В общем, ребят, мы едем сейчас по какому-то непонятному адресу. Мы не знаем, что там находится. Мы не знаем, что Катя придумала. Но она явно что-то задумала. Если это сделала Катя, значит, нас ждет что-то... ужасное. Да. Мы что, едем в ЗАГС? Было бы славно. Герман, это мы? Через 5 минут. Просто Катя устроила нам свидание, мы с Германом. Мы идем туда, как вы видите, впереди кусты и репейники. А вы реально туда, что ли, собираетесь? А че, нет? Я не хочу на свидание с Германом, потому что он не несет мой рюкзак, он не джентльмен. Аргументы? Ну что, ничего не поделаешь, женщины. Как вы видите, мы пришли к ресторану. Ресторан «Чайка» на воде, корабль, романтика. Мы что, в Сочи? Мы что, похаваем? Если она платит ужин, то я готов сходить даже на свидание. Она просто нам решила забронировать столик или она оплатила? Я не знаю. Но если она оплатила, тогда всем шампанского. То я готова на второе свидание. Ну давай, Герман, как положено, открывай. Вы предлагаете с этим мне встречаться? Стоп, тут записка. Я читаю. Стой, я тоже хочу. Соня и Герман, не благодарите за лучшее свидание в вашей жизни. Ваша Катюшка Гузеева. Рыбу тебе нужно. Почему? Она воняет. Напишите честно в комментариях, хотели бы вы, чтобы Герман был вашим молодым человеком? 3,5 миллиона человек так хотят. У тебя течет. Это у тебя. После этого видео нас никогда в жизни не будут шиперить. Мы добились своего. Хочешь детей? Ты же сказал, что я сама ребенок. Ну... каких мне детей? А когда ты хочешь завести детей? Ну, лет в 25, 6, там. А
Ты уже думал, как бы ты хотел в будущем назвать своих детей? В честь себя. Герман? Да. Еще одна причина не встречаться с ним. Это самый главный аргумент. Он самый убедительный, самый простой и самый исчерпывающий. Не, ну, зато у ребенка будет все хорошо с дикцией. А если ребенок реально не, ну, не выговаривает? Они же маленькие плохо выговаривают. Так в этом ты и дело. А как ты маленький говорил свое имя? Я не вообще не говорил в детстве. Ты не умела разговаривать. Ну, я просто молчал. Реально? А потом 2 года начал говорить. Просто все. Реально? Да. Насколько я тебе симпатичен по 10-бальной шкале? Как парень? Ну, я думаю, 9. Конечно, вообще обидно. Как вам мой сюрприз? Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам мой сюрприз. Мне кажется, ребята очень рады. Вот и подошел наш выходной трип к концу. Выходной трип, у нас командировка вообще-то. Если хотите больше подобных роликов, нам нужно больше концертов. Чтобы у нас было больше концертов, нам нужны ваши комментарии. Нам и лайки. Нужны ваши лайки. Зовите нас на свадьбы, корпоративы, утренники. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас любим. И наконец-то сделайте эту красную кнопочку серой. Всем пока.